специализация. Он. Исключительно за знания. Можно же пойти на перемене у кого-нибудь, списать его отличника, да, и при этом получить хорошую оценку. Вот. Но при этом ты знать ничего не будешь, правильно? Знание – сила. У школьников умные каникулы. Прямо в образовательных учреждениях в летнее время организована насыщенная программа. Культурные мероприятия, проектная деятельность и встречи с интересными людьми. 100 вопросов лидеру – проект партии «Единая Россия». Гостем школы номер 17 стал депутат окружного совета Павел Жуков. Говорили о разном более часа. На встрече ребята интересовались вопросами деятельности депутатов и развития муниципалитета. Не обошли стороной такие важные темы, как сохранение исторической правды, патриотизма и истинных человеческих ценностей. Уважение к взрослым. Это обязательно должно присутствовать. Без этого нельзя жить. Да. Уважение к чужому труду. Уважение к тем же объектам благоустройства, которые, да, не ломать их. Все складывается из воспитания, все идет из семьи. И перед современной школой сегодня стоит задача не только учить, но и воспитывать, взращивать в своих учениках с самых юных лет духовно-нравственные, мотивационные и интеллектуальные качества. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.